Всем привет, меня зовут Алия, сад с нуля сажаю вместе с вами я. Чем мы займемся сегодня? Нашей петунией. Мы будем ее пересаживать в больший объем. Почему мы этим занимаемся? Вот есть петуния, которую я посадила, наверное, неделю назад. Нет, наверное, уже все-таки больше, потому что тут у меня уже 4 листика. И она ждет распикировки своей, ну, пока она еще маленькая, в стаканчик. Вот в такой вот, 0,1 литра он называется. А тут у нас уже есть большенькая петуния, которая уже где-то, наверное, месяц в этом стаканчике. И видите, корешки ее достали до низу. Это значит, что пора настала пересаживать ее в больший объем. Вообще, по идее, должна была бы пересадить ее в стаканчик 0,2, но дома у меня, как назло, не оказалось стаканчиков 0,2. Хочу посадить в прозрачную баночку, чтобы наблюдать за корнями, чтобы не пропустить этот момент, когда она вот так же, как здесь, чтобы не было видно все состояние ее корней. Как я предлагаю пересаживать? Предлагаю пересаживать легко и просто. Вот сейчас я сделаю лунку из стаканчика вот в этом своем новом стаканчике и потом пересажу. Я делаю вот таким вот способом лунку, да, то есть вставляю старый объем в новый объем и обсыпаю его землей, чтобы не травмировать корни, они еще у нас нежные, хотя петуния ничего страшного может пережить. Почему мне еще нравится в стаканчике вот в этом? Потому что вот ты нажимаешь и вытаскиваешь ее из стаканчика. Ой, видите, какая она у меня? Сколько тут у нее корнищей. Раз нарастила, пусть остается с ними. Досыпаю земли. Так, вот так у нас получилось. Еще я заметила, что лично мне всегда очень сложно посадить растение по центру. Оно у меня все время куда-то смещается. Видите, и здесь у меня получилось нецентрированное растение. Что еще хочу сказать? Что первые несколько дней, ну, первые 2 дня я пока не буду ставить его под лампы, потому что, ну, оно страдает от пересаживания. Немножко пусть оно окрепнет, и потом я его уже поставлю под лампы. Итак, вот это мы пересаживали с вами, вот эту вот петунию, Shockwave Pink Vine. Мне очень нравится вот такая расцветка. И, ну, вот видите, а само растение уже так развивается довольно мощно. Видно, что оно такое будет мощное. Всем пока-пока, меня зовут Алия. Подписывайтесь, ставьте лайк, задавайте вопросы. И до встречи в следующих видео.